Всем привет! Я вот недавно заказала себе два масла для волос. Моя подруга очень разрекламировала мне и сказала, самое лучшее, что она когда-либо испытывала на своих волосах, это марокканское масло, что оно дает волшебный эффект. И я, послушав ее, решила все-таки попробовать и купила в двух компаниях два разных масла. Ну, оба они марокканские. Написано Марокко, вот марокканские масла. Вот. Что я могу сказать? Сначала я попробовала вот это. Ну, было такое ощущение, что вот недостаточно как-то, ну, недостаточно. То есть такое ощущение, что нужно еще какой-то бальзам сверху положить после того, как я нанесла это масло, смыла его, и мне показалось, что, ну, как-то волосы все-таки чуть-чуть жесткие остались. Вот. Тогда я потом попробовала на следующий раз вот этим маслом и совершенно по-другому ощутила. То есть прямо уже в процессе мытья я ощутила, что эффект есть, что это смягчает волосы. Но я подумала, ну, может быть, они жирные станут после этого или какие-то, знаешь, ну, неизвестно, что с ними произойдет. Но я смыла, как бы, чуть-чуть подержав. Я не это масло, не это долго не держала на голове, а просто как нанесла как бальзамополаскиватель. Нанесла, чуть-чуть там помассировала и смыла. И я могу сказать, что результат вообще очень разный. Вот это масло, я бы сказала, что мне оно вообще никак не подходит. Просто вот я им не буду пользоваться. А вот это, оно действительно дало результат, что волосы, они на ощупь мягкие. Хотя они, в принципе, испорченные, ну, осветлением. Но выглядят и ощущаются очень хорошо после применения вот этого масла. Видимо, оно действительно качественно сделанное. Так, вот я покажу эмблему этого масла. Вот такое масло, оно вот реально помогло мне. Так что, если будете выбирать между вот этим и вот этим, то скорее выбирайте вот это. Покупала масла на AliExpress. Сейчас не знаю, вспомню ли я ссылку, найду или нет. Ну, может быть, найду и дам вам ссылочки на эти масла. Они маленькие, их ненадолго хватает, но я взяла, чтобы попробовать. Потом, может быть, я возьму вот этого побольше. Главное, чтобы было то, которое надо масло, и чтобы моим волосам это нравилось. Ну что, спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои другие видео. Пока-пока!